А скажите, Олимпиада будет? Когда мы начали этот проект, Владимир Владимирович вызвал нас всех, да, и Жуков как раз был один из вице-премьера. Владислава говорит, мне предложили возглавить это движение, что ты думаешь? Я считаю, он говорит, считай, полная авантюра. Ну, начальник сказал, надо делать. Власти с большой неохотой обсуждают, что будет с олимпийскими объектами после февраля 2014 года. Ведь в субтропическом Сочи никто не играет в хоккей, не бегает на коньках и не занимается фигурным катанием. Количество посадочных мест на олимпийских объектах более 160 тысяч, а население Сочи менее 500 000 человек. Единственный ранее построенный в этом городе крупный футбольный стадион на 10 тысяч зрителей был заполнен всего один раз во время открытия. Очевидно, что стадионы, за исключением дней Олимпиады, будут пустовать. В стране, где дефицит гигантский стадионов, площадок хоккейных, преступление строить роскошные стадионы, там, конькобежные треки и так далее, которые не будут использованы. Это абсолютная авантюра. Сначала организаторы Корумпиады заявляли, что объекты разборные, и лишние стадионы будут перевезены в другие регионы. Мы заранее подумали о том, какой объект, какие функции будет выполнять. Часть объектов здесь, в Умерительской долине, их нецелесообразно оставлять. Мы специально их строим в сборно-разборном виде и перенесем в другие регионы страны. Но не все поверили Путину. Рассказ Путина о том, что он перенесет все эти сооружения в другие места, это обман. Перенести их нельзя. Он врет. Время подтвердило эти слова. Доходят до нас слухи, что некоторые объекты разберут, перевезут в другие регионы и будут собирать там. Что касается наследия, конечно, безусловно, я буду говорить о спортивных объектах. Переносить мы уже ничего не будем. Эксплуатация олимпийских объектов заведомо убыточна. Именно поэтому от них уже сейчас отказываются инвесторы, строившие эти сооружения. После Олимпиады на рынок Сочи будет выброшено более 1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости при спросе близком к нулю. Дефолты инвесторов и передача олимпийских объектов государству – худший сценарий. Никакого инфраструктурного наследия от Олимпиады не останется. Единодушны два федеральных чиновника и человек, близкий к Межэкономбанку. Только одни затраты на электро- и теплоснабжение олимпийских объектов составят 10 миллиардов рублей в год, что равно годовому бюджету всего города Сочи. В декабре 2013 года появилась информация о том, что Медведев предложил превратить Сочи в игорную зону. Ничего лучше путинские чиновники придумать не смогли. Скорее всего, олимпийские арены медленно, но верно будут приходить в негодность. Как это было уже не раз, с теми олимпийскими объектами, необходимость строительства которых не была должным образом просчитана на предыдущих Олимпиадах. Наследие игр получит поистине беспрецедентные масштабы, принося огромную пользу как городу, так и развитию спорта в России, да и во всем мире.